Мест для занятий физической культурой в Тюмени станет еще больше. Этой осенью двери для начинающих атлетов откроет Академия спорта «София». Причем ее деятельность будет затрагивать не только тренировочный, но еще и общеобразовательный процесс. Это будет вообще большой образовательный проект, куда будет входить и в планах, то есть уже сейчас откроется и детский сад. В дальнейшем планируем открыть вообще образовательные корпуса в планах, да, то есть у нас не делать раннюю специализацию детей, то есть дети, когда будут на раннем этапе приходить, они будут просто погружаться в различные виды спорта, и потом уже в дальнейшем будут иметь возможность выбирать различные направления, которые будут им больше угодны душе и которые они будут больше любить. Выбор секций намечается богатый: футбол, волейбол и баскетбол. Уже сейчас проходят тренировки по мини-футболу. Мы уже стараемся изучить и внедрить в тренировки именно, что происходит с организмом именно с точки зрения биологии. Не просто педагогический взгляд, что мы там тренируем выносливость там, или быстроту, или еще что-то, а что именно происходит на уровне клетки, и чтобы это помогало нашим футболистам становиться сильнее и выносливее.